Всем привет! Сегодня у нас один из способов приготовления галенки. Итак, поехали! Для начала берем галеночку и надрезаем ее кожицу. Все самое главное с галенкой мы уже сделали. Затем берем миску, насыпаем в нее соль, не жалеем. Затем сахар, также не жалеем. И острый соус чили. Все это дело перемешиваем до однородной массы. Затем этой смесью маринуем нашу галеночку. Затем все это дело накрываем фольгой и отправляем на ночь в холодильник. Прошла ночь, и отправляем нашу галеночку в духовой шкаф на 4 часа при 140 градусах. По времени приготовления у нас вышло 4 часа под фольгой, потом еще снял фольгу, поставил на 220 градусов температуру и еще около часа запекал, чтобы появилась вот такая корочка замечательная. Наше блюдо готово, осталось только пробовать. Нежнейшее мясо. Смотрите, как все отстает. Вообще идеально. Пробуйте, готовьте, экспериментируйте, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!